когда летели в Северодонецк, то проходили над Балаклеей. Ваши многие коллеги, я думаю, снимали там, видели результаты этих взрывов. Практически все уничтожено. Поля вокруг, где работают наши сейчас МЧСники, усеяны осколками и фрагментами снарядов. Наша задача в течение ближайших 3-4 дней закончить проверку полей, чтобы там могли идти сельхозработы, и никто не подрывался дальше. Это раз. Второе. Национальная полиция и МЧС привлекались к расследованию, которое в генеральном виде ведет военная прокуратура. И выводы прокуратура должна обнародовать на следующей неделе. Я лишь скажу, что то, что сказал, что исходя из тех фактов, которые нам понятны и известны, из тех фактов, которые видны из материалов национальной полиции, мы считаем, что это была террористическая атака со стороны Российской Федерации.